Приветствуем вас на мастер-классах культурного центра «Порт». Предлагаем изготовить простой и уютный светильник. Для работы нам понадобится натуральный жгутовый шнур, ножницы, клеевой пистолет, маленькая стеклянная баночка. Подготовим 5 одинаковых отрезков шнура длиной около 50 см. Один из отрезков крепим оставшиеся 4 отрезка шнура с помощью простой петли. Фиксируем отрезок шнура на стеклянной баночке. Начнем плетение, связывая между собой отрезки шнура простыми двойными узлами. Формируем плетение шахматным порядком. Оставшиеся края шнура фиксируем на дне баночки.
Декорируем горлышко и донышко баночки. Светильник готов к использованию. Спасибо, что были с нами. Ждем вас на следующих наших мастер-классах. До свидания!